Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН-ТВ «Новости Анапы Регион», в студии Ирина Меркурьева, и смотрите сегодня выпуски. Горячая вода вернется в дома анапчан. Стихийным базаром решительное нет. Новые краски осени не боятся зимних холодов. Глава Анапы Сергей Сергеев принял исчерпывающие меры по восстановлению поставок газа на котельные города-курорта. В домах анапчан появится горячая вода, которой они лишились из-за невыплаченного теплоэнергодолга компании «Газпром Межрегионгаз Краснодар». Добросовестные плательщики стали заложниками ситуации, которую руководство теплоэнерго довело до крайности своим бездействием. Потребовалось вмешательство городских властей для того, чтобы урегулировать ситуацию. Администрация курорта подала иски в прокуратуру и Анапский городской суд с требованием признать незаконным ограничение в газоснабжении двух котельных в городе, из-за чего без горячей воды остались около 20 тысяч потребителей. Благодаря главе нашему, глава, он переговоры вел, я участвовал в этих делах. Благодаря ему жители сегодня сейчас получат, так сказать, горячую воду. Вот сейчас уже произошло включение, благодаря главе нашему. Мы заложили туда голову свою, глава защитил наших жителей всех с широкой спиной. В результате вот сейчас длительных переговоров ни в одном муниципальном образовании не включают сейчас газ, а только ему поверили. Кроме того, проведены переговоры с руководством ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар». Долговые обязательства теплоэнерго никто не отменяет, но добросовестные плательщики не должны страдать, даже если долг ресурсоснабжающего предприятия Анапы образовался из-за неплатежей таких же потребителей. Я хотел бы перед всеми нашими жителями, анапчанами, которые добросовестно оплачивают за тепло, извиниться за временные, так сказать, будем говорить, ну, вот эти вот катаклизмы, которые сейчас столкнулись наши жители. Я думаю, что впредь этих вещей не повторится. Глава города Сергей Сергеев неоднократно требовал от руководителей ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний: работайте с неплательщиками, чтобы не довести ситуацию до крайности. Поэтому оправдание руководства теплоэнерго похоже на детский лепет. Учитывая то, что предприятие является сезонным, доходы предприятия в летние месяцы очень сильно падают. И ко всему прочему, есть большой круг людей, недобросовестных плательщиков, которые не вовремя оплачивают это все. Мы ведем с ними работу, и претензионную, и другую. Мы ходим по квартирам, сами собираем деньги. Мы сокращаем коллектив до минимума, чтобы снизить наши расходы все. И из года в год у нас образовывается определенная задолженность перед «Газпромом», которую мы всегда решали. Мы договаривались с ними, подписывали график реструктуризации, мы брали кредит, как в прошлом году, например. Мы гасили эту задолженность. В этом году «Газпром» не идет ни на какие уступки. Рано или поздно это должно было произойти, ведь только сейчас предприятие придумало перейти на прямые квитанции и кредит готово взять. Администрации города удалось в течение вчерашнего дня достигнуть договоренности о возобновлении поставок газа на котельные Анапы. Сегодня в домах анапчан появится горячая вода. Тем не менее, промежуточное решение проблемы не должно успокаивать руководство ООО «Теплоэнерго». От Олега Мардиросяна глава Анапы требует представить график погашения долга с четкими сроками. Благоустроить бульвар Евскина в районе 7-й школы и подключить там уличное освещение. Глава курорта Сергей Сергеев по многочисленным обращениям анапчан выехал на место и потребовал от городских служб привести в порядок пешеходную зону. В этом районе городские службы не впервые. Муниципальный контроль и архитектура уж точно. До сих пор шли судебные разбирательства по самострою на Евскина 18. 1 октября суд принял решение о сносе. Но пока приставы сюда не дошли, вокруг страшно посмотреть. Завалившийся забор и мусор, а рядом детский сад. Освещение раз, дальше ремонт подходов. И желательно сюда выехать после дождя. Вот дождь пройдет,
и посмотрите. Пройдите вот эту дорогу и посмотрите, как идут дети в школу и как родители идут в детский сад. И если мы не можем собственников понудить, значит, надо самим наводить порядок. Навести порядок надо и в пешеходной зоне у школы. Раньше здесь был тротуар, теперь сплошная полоса препятствий для сотен прохожих. Детей 300 есть точно. Вот представьте, 300 родителей каждое утро ведут в детский сад и потом возвращаются. Плюс 500 детей. И смотрите, вот пока мы стоим, человек 20 прошли взрослых, да, которые идут. И все, кто вот здесь вступает, все вспоминают вас. Анжелика, ну в чем дело? А кто разобрал? Он же был. Приложить немного усилий, и здесь может получиться симпатичная прогулочная зона, говорит глава города. Нужно добавить освещение, тем более, что опоры для фонарей здесь есть. С нуля делать ничего не надо, а лишь услышать просьбу людей и благоустроить нужную для них улицу. Можно даже лавки поставить, но это со временем. Тут сделать тротуар, как на Стахановской, зона отдыха. А если будет освещение, люди будут ходить. Школьному руководству у первого лица Анапы тоже возникли вопросы. Беспризорная стайка девчонок-первоклашек поразила Сергеева. Почему рядом с детьми нет учителя? То, что я увидел, во-первых, дети беспризорные совсем. Маленькие детки, вот они... Какие детки? Это, это не мои. Нет. Маленькие побежала. Вот. У них было человек 10. Можно составить график. Я не дилетант вообще в этих вопросах, но можно составить график. И, наверное, по периметру смотреть за территорией, да, и спецколлектива. Смотрим, конечно. Сергей и Павлович, вот у меня, вот мы, здравствуйте, 20 минут ходим, вот 20 минут эти дети собирают каштаны, ходят за территорию. Вот вы сами прибирали. Ну, это же объект пристального внимания сейчас жилье. Ну, вы что, шутите, что ли, а? Санитарное состояние прилегающих к школе и гимназии территории оставляет желать лучшего. Ограждение проржавело, а газоны завалены листвой. Субботники ведь никто не отменял. Мы сделаем тротуар, сделаем освещение на тротуаре. Ну, наведите в порядок здесь. Убираем, потом покрасить ограждение. Тоже ж надо. У вас же финансирование-то есть. Изменения будут. Дали гарантию и школьное руководство, и городские службы. Не за один день, но этот небольшой бульвар приведут в порядок. Специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг по территории города и сельских округов. Сегодня особое внимание было уделено стихийной торговле возле восточного рынка. Если раньше несанкционированная торговля ягодами, фруктами и цветами была уделом пенсионеров, то сегодня главными героями стихийных базаров становятся молодые женщины и мужчины, не желающие платить налоги. Этим летом выросло не только количество торговых точек на асфальте, парапетах и бордюрах, но уровень хамства таких продавцов. Вам полчаса назад сказали, убирайте продукты. Вы стоите и курите, ходите с кругами. Вы их фотографируйте, пожалуйста. Купите камеру. Нет, но вы на камеру не ходите. Как ваши, так и нельзя. Их прогоняют, они возвращаются. И еще каждый день находят новые места, торгуя с машин возле крупных магазинов и остановок общественного транспорта. Сегодня торговля на восточном рынке и рынке привоз организована на достойном уровне. Личные подсобные хозяйства предлагают свежие и качественные продукты в широком ассортименте. Однако недобросовестные продавцы продолжают устраивать стихийные базары. О том, что несанкционированная торговля запрещена, уличные торговцы знают, но упорно продолжают стоять на своем месте. Только за последний месяц за нарушение правил торговли было составлено 90 административных протоколов. На тротуаре возле рынка привоз идет бойкая нелегальная торговля. При появлении на горизонте сотрудников в форме продавцы поспешно собирают товары. На нелегальных предпринимателей составляются протоколы. К сожалению, даже заплатив штраф, уличные бизнесмены возвращаются на свои насиженные места. Изумрудное лето уступило свои права осени, а у нее свои краски. Чем порадуют анапчан и гостей курорта, дизайнеры-озеленители городского ландшафта. Анапа всегда удивляет приезжих обилием зелени и цветов, роскошью красок и творческим замыслом озеленителей. В этом году утверждена морская тематика. Цветные волны можно встретить в разных точках города. Если в жаркое время глаз радовали петунии и бархатцы, то осенний сезон и холодное время года – звездный час виолы. Сотрудники зеленстроя проводят плановые замену растений. Мы сейчас садим внутренний периметр сквера администрации. Здесь будет высажено 16 600 виол. Это крупноцветковый сорт, зимостойкий, с яркой, хорошей окраской, которая продержится
всю весну и зиму выдержит. Виола с мощной корневой системой хорошо приживается. Легко переносит температуру до минус 8 градусов, а то и ниже. Быстро восстанавливается после заморозков. Желтые, синие и красные виолы обновят цветочные часы. Появятся в новом сквере на улице Астраханской и на улице Крымской. Кстати, на последней полным ходом продолжается замена плитки. Уже выполнена разбивка широких клумб вдоль проезжей части. Идет замена грунта на более плодородный и пригодный для посадки газонной травы и цветов. Всего по городу высадят более 45 тысяч цветов, так что осень на курорте обещает быть яркой. Знаменитую игру «Что, где, когда» Анапа играет не первый год. Игра для интеллектуалов известна всем от мала до велика. В нее играют студенты, школьники, молодежь, да и просто увлеченные люди с богатым кругозором. Сегодня на курорте стартовал новый сезон игр. Открыли цикл игр осеннего сезона подростково-молодежные клубы из сельских округов. 13 команд соревновались друг с другом на протяжении 3 туров. Кроме хорошо развитого интеллекта, необходима еще уверенность в себе, логика, находчивость и скорость принятия решений. Атмосфера в зале стояла напряженная. Каждая команда стремилась к победе. Подростково-молодежный клуб «Звездный» – не новички. Они уже добились неплохих результатов. Это уже не первый раз. Мы несколько раз ездили в лагерь. Там раза два проводились такие игры. А так, в общем, это уже за этот год третий или четвертый раз. Занимали мы в основном первые места, третьи, вторые. В результате борьбы в лидеры вышли 3 команды. Безоговорочную победу одержала команда «Лидер» из хутора Усатого Балка. Второе место у подростково-молодежного клуба «Меридиан» из хутора Иваново. Третье место заняли ребята из «Джигинки» – подростково-молодежный клуб «Звездный». Проверить свои знания или просто прийти посмотреть на увлекательную игру может каждый желающий. Игры продолжаются в течение недели в Центре культуры «Родина». Анапские спортсмены вновь радуют победами. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 1 НРСС Задаян вернулся с золотом с турнира по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Иванова. Бронзовую награду привез Илья Макаревич. Золото, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях по самбо привезли воспитанники ДЮСШ номер 4 Микаэль Харудинов, Алексей Илларионов и Константин Колесников. Третье место в открытом турнире по баскетболу, проходившем в Абинске, завоевали спортсмены из детско-юношеской спортивной школы номер 7. У легкоатлетов ДЮСШ «Олимп» второе место в первенстве края. В личном зачете отличился Артур Амбарян, занявший первое место на дистанции 60 метров и второе на дистанции 300 метров. Третье место на дистанции 3000 метров занял Иван Стародубцев. Также третье место на 60 метрах завоевал Артем Сайбадах. Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед. Завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8-12 градусов, ночью до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 20 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в котором можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48-300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной, и самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.